Добрый вечер, наверное, уже. Ну, прежде всего, хочу поблагодарить организаторов, которые позволяют выступать вот предыдущим докладчикам с такими интересными докладами. Ну, постараюсь вас тоже не разочаровать. Ну и вас всех оставшихся, дотерпевших до конца, тоже, конечно, хочется мне заранее поздравить. А вообще атмосфера мне очень понравилась. Я несколько раз на этом форуме, и организаторы, конечно, молодцы. Но перейдем к теме. Собственно, меня зовут Сергей Автоманов, и вот Александр Попов – это соавтор этого доклада. Начну с создания системы коллективной работы на основе открытой платформы. То есть под открытой платформой здесь надо понимать, собственно, открытость от самого низа, ну, от операционной системы, и выше туда, в прикладную сферу. Обычно у нас под платформой понимается что-то такое, вот типа операционка там, ну и все. Мы эту тему несколько развили и разработали так за несколько лет свое вот такое понимание платформы уже выше, то есть туда, в прикладную сферу. И вот я с этим вас познакомлю. Ну, начнем мы, так сказать, такой классический порядок. Я расскажу, собственно, о самой задаче, наверное, это будет большая часть. Ну и потом посмотрим, как это все выглядит, и вплоть до интерфейса пользователя. Ну, вообще-то говоря, задача возникла в области коллективной разработки комплекса бортового авиационного оборудования. То есть это такая специфическая сфера, которая достаточно интересно регламентируется всякими стандартами, которые предполагают последующую аттестацию этого и сертификацию вот этого всего изделия, в том числе этого комплекса, в разных организациях, которые отвечают за безопасность там, и так далее. Поэтому здесь нижняя часть вот, соответствует всяким стандартам, там, рекомендациям отраслевым и прочим, она как бы достаточно влияла. Ну и плюс были такие общие как бы позывы на эту автоматизацию, это значит исключить фактор расстояния, потому что народу осталось мало, а те, кто остался, они как-то не хотят уже никуда ездить, им бы посидеть вот на месте. Потом распараллелить работы, но это в плане того, что время разработки, оно достаточно большое, и, естественно, если навалиться, так сказать, широким фронтом, то это время можно несколько сократить. Ну и вот непрерывно управлять содержанием, то есть непрерывно управлять всем этим, это тоже относится к сокращению как бы времени разработки, потому что общая, как бы, так сказать, схема такая традиционная, когда там все это согласовывается, рассылается, собирается, согласовывается, она настолько, так сказать, уже устарела, что реалиям сегодняшнего дня совсем не отвечает. Ну и последний, третий пункт – это защитить конфиденциальную информацию. Я на нем здесь особенно останавливаться не буду, но такая тема в голове имелась, и она, может, даже была и самой главной. Вот. Поэтому как бы предполагалось, что это все надо аттестовать на отсутствие всяких там недекларированных возможностей и так далее. И в том числе из-за этого вот эта открытая система здесь и возникли. Ну вот как Андрей Николаевич Туполев говорил, что прогресс в авиации обеспечивается коллективным трудом людей. Вот, но я вот с удивлением узнал, что, оказывается, Андрей Николаевич этого не говорил, а это написал за него его, так сказать, ну, хороший сотрудник и друг, полковник Агавельян, который писал для него многие публичные речи. А полковник Агавельян, он был техником по обслуживанию самолетов во время Великой Отечественной войны, и он, значит, вот обслуживал самолеты вот Нормандия Неман. Ну, после войны вот он работал с Андреем Николаевичем. Но, тем не менее, вот во всех книгах эта цитата используется вот в авторстве Андрея Николаевича. Ну, так вот, давайте посмотрим, как организован вот этот коллективный труд людей применительно вот к нашей ситуации. А ситуация такая, что есть заказчик и есть генеральный исполнитель, то есть тот, кто, собственно, вот это все делает. Ну, а дальше организовано как бы так, что есть у этого генерального исполнителя какие-то исполнители и разовые там отдельные контакты, разовые поставщики, которые, так сказать, привлекаются по мере надобности и так далее. Вот. И есть еще один такой, в силу сложности, вот это, так сказать, самой вот этой предмета бортового оборудования, есть еще такой соисполнитель, который называется интегратор. То
То есть он сводит вместе всех вот этих соисполнителей в одну такую, как бы скрывая их как бы от заказчика, ну хотя бы частично, в одну такую общую команду. И он взаимодействует, получается, вот этот интегратор и с исполнителями, и с разовыми, и с генеральным, и, естественно, с заказчиком. И вот он, получается, самый нагруженный. Вот на него-то он как бы у нас-то и заказчиком нашим уже был. Вот. Но вообще говоря, в частности, когда там вот частный соисполнитель или генеральный исполнитель, или отдельный заказчик, в принципе, они тоже сюда ложатся как под множество. Собственно, вся вот эта кооперация из соисполнителей, она состоит из 35-100 участников. Вот. И вот эта вот цифра, она, конечно, все определила в дальнейшем. Собственно, что там происходит? Там внутри как бы порядка 10 тысяч каких-то отдельных блоков, каждый из которых, ну, так рассматривается, как черный ящик. Ну, на уровне, вот, по крайней мере, интегратора. И, ну, порядка 50 разных систем. Вот. То есть, если кто-нибудь помнит, вот, может, там в фильме «Экипаж» был, там показывали кабину пилотов, там 150 приборов. Сейчас таких два дисплея, ну, этих самых таких интегрированных. Вот. А как бы 150 приборов свернулись вот в один дисплей. А внутри произошло наоборот. То есть там было 150 сигналов входило в бортовой системе, а сейчас их там порядка 3000 ходит. То есть как бы вот так вывернулось все по количественным показателям наоборот. И, собственно, вся увязка вот этого интегратора состоит в том, чтобы заставить все это работать как бы в едином целом. Это первый момент. Второй момент – жизненный цикл. То есть нам надо это все сохранить, начиная вот от концепции, тактико-технических требований, ТЗ и ЧТЗ, там, потом на эскизный проект, на рабочий проект, подготовку производства, производство испытаний, приемка, опытная эксплуатация, потом, собственно, применение по назначению – это уже обычная эксплуатация, техобслуживание, ремонт и модернизация. Вот, это все занимает многие десятилетия по времени. Особенно сложна модернизация, потому что когда начинают что-то менять, то надо заходить опять сверху. Вот, то есть здесь таких вот получается 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ну, как минимум, ну, 10-12 фаз жизненного цикла. Ну и вот общие количественные показатели здесь таковы. Значит, организация у нас участвует здесь, ну, скажем, 100 сотрудников, 1000 примерно. Узлов, агрегатов, систем, ну так, в целом, 1000. Этапов жизненного цикла, ну, в зависимости от ситуации, там, от 5 до 10. На каждом этапе, на каждый узел, агрегат, у нас, значит, получается 10-15-20 томов документации всякой разной. Ну, объем требований, в смысле требований вот ТЗ, порядка нескольких тысяч, ну, 5000, так возьмем. То есть, если это все так перемножить таким декартовым произведением, там получается какая-то бешеная сумма, но выразить ее можно так, что это порядка нескольких миллионов, ну, как минимум миллион каких-то таких вот требований, которые, ну, вообще блоков текста, так скажем. Потому что в документах тут мерить непонятно как, а вот таких блоков текста, которые составляют в целом, вот этот миллион блоков текста составляет такую вот, значит, нашу всю документацию по этому проекту. Ну и, естественно, по жизненному циклу оно все будет множиться, там размножаться, модернизации там еще будет и так далее. То есть масштабы очень такие получились существенные. Ну, наверное, вот все слушаете, думаете, а неужели ничего нету? Оказалось, есть, и даже с избытком. Ну, сначала, значит, заказчик смотрел специализированные системы, их там много. Это всякие ESM, там управление жизненным циклом, специальные, частные, общие, ну, много, значит, создают они все видимость того, что все уже давно решено. Более того, как же у Боинга там есть, еще у кого-то есть, у всех все есть. А, ну, как начинаем смотреть внутрь, оказывается, первое, что-то дорого это все. То есть настолько дорого, что даже, как бы так сказать, никто не думает, чтобы это все и купить можно было, потому что даже таких денег никто в руках никогда не держал. Потом, у нас же кооперация там 35-100 организаций. Естественно, не у всех это есть. И более того, даже не у всех это точно и будет, потому что половине такие сложные не нужны. Сами эти системы весьма сложны, только чтобы их освоить, уже надо годы и годы, а их пока еще даже и нет у некоторых. Ну и соединить между собой вот какие-то отдельные эти спецсистемы мощные достаточно трудно.
А может, даже невозможно, потому что у них у всех разные задачи, разные там модели внутри заложенные информационные. Что с этим делать? Значит, пошли с другого края, с простого. То, что есть у каждого. Там Word, Project, всякое там документооборот. Те создают видимость того, что все это вроде бы легко. Но построить на них вот эту сложную работу на 25 лет вперед оказалось, ну, практически невозможно. То есть если вот эти системы создают видимость того, что все есть, то эти создают видимость того, что это все легко сделать. Но сделать этого пока ни у кого не получилось. Значит, пробовали и это, и они применяют какие-то частности. Пробовали и это, но все это какое-то вот не такое. Ну, остается еще вариант, заказное сделать что-то свое, такое, ну, кому-то заказать. Но, во-первых, еще надо найти кому, потому что, чтобы он понял, вот это все, это уйдет не один год, по собственному опыту говорю. А чего там? Ну, вот заказали, сделали в виде плагина для Eclipse, там, какую-то одну маленькую частную задачу. Эта частная задача получилась дорогой, сложной, долго ее делали, и потребитель, конечно, сказал, что он с этим работать не будет, потому что это ему не подходит. Так, вот, возвращаясь, так сказать, назад, итог можно было подвести тоже словами Андрея Николаевича Туполева, только я их не могу произнести, потому что они сейчас законодательно запрещены. А? Не, на русском, на чистом русском языке. Вот, Андрей Николаевич, он был в этом смысле прост и выражался метко и четко. Вот. Еще вернусь. Значит, что можно вот здесь, если подвести такой один большой общий знаменатель в плане информационного, так сказать, вот понимания задачи, что здесь внизу есть? Кстати, вот эта вот красная линия внизу, такая кроваво-красная, это прогресс. То есть мы вот по мере ее продвижения, то есть мы где-то сейчас наполовине уже. Так что вот ближе к концу уже может там просыпаться будет кто. Вот, если подвести знаменатель под этой всей чертой, оказалось, что там везде, во всех этих системах, что в этих, что в этих, что в тех, везде идет работа с файлами. То есть что-то делаем, файл записали, что-то делаем, файл записали, файл взяли, файл что-то поправили, опять его записали. Ну вот если посмотреть, что у нас там куча вот этих файлов получается, то что с ними делать, совершенно непонятно. То есть вот, ну, есть ТЗ, разослали его в 35 организаций, они вам прислали 35 файлов назад, в котором какие-то правки взаимоисключающие, и теперь кто это все будет сводить? Ну, свели раз, два, но потом это все становится, это все множится, там расползается. Уж не говоря о том, что нужны варианты. То есть мы делаем большой вариант, мы делаем вариант самый простой, мы делаем средний, мы делаем дешевый и дорогой. То есть вот пяток таких предложений мы выкатываем заказчику, он у нас примерно говорит, что денег нет, тогда мы дешевый. Он говорит, слушай, дали денег, пиши от души. Ну, сразу дорогой ему. Вот. То есть файлами здесь работать очень неудобно. Поэтому мы придумали вот такое понятие рабочего материала. То есть то, с чем, каким-то информационным артефактом, с которым мы работаем как с осмысленным целым. Естественно, вот этот рабочий материал, он может быть такой фрактальный, то есть он вкладывается в другой рабочий материал и так далее. Ну, файл является каким-то неким частным случаем этого рабочего материала. А сам этот рабочий материал, он состоит из двух таких понятий. Это вот из агрегатов и сегментов. Значит, сегмент, он хранит содержание. А агрегат позволяет из нескольких сегментов составить что-то осмысленное. Ну, вот, например, простой пример вот содержания – это там дата. Да? Но дата, она может быть представлена как бы в разных форматах. Да? Потом, как понимать эту дату? Эта дата какая? Которая будет, которая совершится как дата, которая должна быть. То есть параметры этой даты, они такие могут быть очень глубокими, но как бы не видны. То есть интерпретация этой даты, она в каждом случае получается, вот, может быть, уточнена как бы. Плюс у каждого сегмента агрегата есть связи, то есть как он с чем связан, причинно-следственно ли там, общее, частное там, ну и так далее. Вот, и из вот этой вот картины сегментов агрегатов можно, оказалось, очень удобно построить такую как бы вот информационную основу всего того, вот о чем я говорил раньше. Поскольку один сегмент может входить в несколько агрегатов, он как бы допускает такое вот множественное представление одного и того же для разных целей.
Ну и вот, собственно, теперь как это все делать на практике? Ну, можно писать приложение там на библиотеках каких-то, но поскольку это дело очень тяжелое, мы решили, значит, вот уже давно идти по пути вот такой такой программной платформы, когда, собственно, она каждый ее уровень дает виртуальную машину для построения следующего уровня. Ну, как вот нам Linux дает виртуальную машину, в которой мы видим пользователей, процессы и файлы, скрывая от нас, как они там организованы, как устроен процессор, как он делится между этими другими процессами. Вот. Так и здесь. Вот на нижнем уровне у нас вот эти агрегаты и сегменты находятся, условия и правила, которые на них же сделаны, и версии. А вот версионность, она вообще очень важная в этом смысле, потому что надо все это отслеживать. То есть никакое решение вот в плане изменения каких-то там документов или каких-то проектных решений, оно не может быть произведено без четкой регламентации. Эта регламентация — это все вот это исторический такой разрез. И получилось так, что, ну, например, если у нас есть, так, условно говоря, ну, там, график проекта, а поскольку все это вот таким вот эшелонированным образом построено, то вот эти версии, я извиняюсь дико, новый заказ, то вот эти версии, они как бы проходят везде. То есть у нас получается, вот есть project, да, и у нас project может быть с версиями. То есть я предложил такой вариант проекта, кто-то предложил другой, и они у нас хранятся. Второй вот уровень снизу, если так сказать, вот смотреть, то есть первый у нас вот эти вот агрегаты и сегменты, а второй у нас уже, собственно, создает такую основу для такого, ну, уже прикладного программирования. Это, собственно, пользователи, организации группы, права и роли, структуры, шаблоны, рубрики, справочники, лингвистическая поддержка и рабочие материалы. Ну, я вот вкратце вот про рабочие материалы рассказал, я дальше не буду вот это все углубляться, чтобы, так сказать, тут не за это самое, может, это неинтересно даже уже будет. Вот, а наверху находятся какие-то конкретные приложения, которые построены вот на этом всем. И, естественно, в приложениях вот это все внутреннее, оно как бы само собой доступно. То есть делаем ли мы календарь какой-то, так этот календарь имеет в себе все права, разграничения, кто к нему доступ имеет, кто может его редактировать, кто не может, кто может смотреть и так далее, и так далее. Вот. На сегодняшний день пока, конечно, там много чего нужно, но вот мы сделали то, что просили, а просили сначала нам бы, говорит, хотя бы файлы, говорит, редактировать так вот удаленно, вот 35 организаций, только не все файлы, а вот как их местами, чтобы смотреть. Ну, сейчас мы уже приближаемся к концу. Сейчас я просто примеры какие-то покажу, чтобы так было, что там есть. Значит, вот есть первая часть, все эти рабочие материалы, они как представляют так, на верхнем уровне это такая ESM-система. То есть она вот сгруппирована там, там показаны, ну, здесь, конечно, ничего не видно, я вот сам ничего не вижу. Ну, вот здесь как бы структуры, которые позволяют собрать это во что-то такое осмысленное, сгруппировать. Тут... Олег, а вы у вас еще как? Все, уже вот уже последнее деление осталось. А дальше часть, это вот редактор, который позволяет редактировать все эти произвольные части рабочих материалов с учетом там прав, кто чего может, кто чего не может, кто чего видит, кто чего не видит и так далее. Тут вот показана сбоку история, которая может быть принята, может быть отклонена там, ну и так далее. На любую часть может быть повешена задача, которая как бы отражает, ну, какое-то задание там. Ну, например, кто-то должен что-то исправить в тексте или там написать что-то, или пополнить и так далее. Вот эта задача, она прям связывается с ним, то есть нажимаешь на это, ну, кликаешь на вот эту задачку и попадаешь в то место вот в этом гигантском объеме с тысячи миллионов блоков текста, то есть там не надо ничего искать, если вот четко так все видно. Вот, задачи, естественно, они видны в календаре, который является таким, как бы общим, ну, просто интерфейсом к задачам. Естественно, задача же может быть увидена как вот сложным, ну, уже в проекте, вот в таком типа вот сетевом графике, и тоже можно так переключаться между этим всем. Ну, короче говоря, вот на сегодняшний момент это можно все вести как в плане содержания, так и в плане управления. То есть кто-то смотрит и пишет, кому что делать, он там делает это, отрабатывает все, и мы видим, как проект выполняется.
Вот. Причем это все формируется само. То есть не надо ничего делать. Вот зашел, посмотрел. То есть вот этот множественный взгляд на одно и то же, он здесь как бы в полной мере работает. Ну и вот тем, кто досидел до конца, я благодарю за внимание. Спасибо. Так, ну я вижу, прямо у нас уже усталость в глазах. Так, ну собственно, на самом деле у нас завершающая дискуссия. Я попрошу живых.